Приветствую, ребята! Сегодня мы опять будем играть в игру под названием Super Mario World. В прошлой серии мы победили Лэмми Купу. А теперь у нас... четвертая зона. Но сначала нам надо преодолеть... зону сырного моста. Звездец. Это завтра 1 сентября. Готовы, надеюсь. Ну ладно, не буду расстраивать. Начнем. Где вообще медведь? Так, а это еще где я? Чё за? Пилы какого? Не понял, что тут пилы делают. Реально тут пилы. Тут пилы. Пилы, мужики. Что происходит? Я понял. А я что-то не понял. Не, ну я не ожидал, что на меня пилы прям выскочат. Воу. Бля, это пипец. Тик-так, блин. Пипец. А у меня возможность схватить-то есть. Класс. Я еще не поймал. Я это и вовсе хрен поймаю. Так, мне главное не сдохнуть. Хотя я скоро уже, наверное, до конца дойду. Да, тут уже все, конец мостика. И чекпоинты, наконец. Не понял. А это еще что? Ой, бля. Только попробуйте порезать меня. Только попробуйте. О! О! Меня так не тронуло. Буль. Охренеть, прошел. Так, а теперь новая зона. Ага, гора печенья. Забавно, что тут в этой игре все названо в честь еды. Да, все зоны в честь еды. Это еще кто? Не понял. Что-то я реально не понял. Кто ты вообще такой? Что ты здесь делаешь? Ты что, мужик, вообще тут слепая зона! О, 29 звезд. Так, гора печенья. Погнали. Меня все еще напрягает. Кто это вообще был? Блин. Что это за чудик? Что это за чудик вообще был? Где? Так, допрыгнул. По идее, я должен был, наверное, получить... Даем!
Так, ладно, проверим методику. Дай. Дай. Все, не успел аж. Так, теперь мне главное этот плащ не потерять. А то благодаря ему я могу развивать скорость. Так. Реально, главное мне этот пластик не потерять. Не понял. Если что, этих врагов зовут... Да, это Кратемонти, если что. Не понял. Вот это подарок судьбы. Вот это реально подарок судьбы. И я сейчас этого Дебика услышал. Интересно, а есть в оригинале на это ачивка? Бля. Я реально целый уровень пролетел. Без чекпоинта тут. Я реально целый уровень пролетел. Целый уровень. С залпом. Класс. Так, следующий уровень. Не понял. Замок Луиджи. Не понял сейчас. Какого нафиг Луиджи? Это только 7-я минута наших съемок. Какой замок на этом моменте? Не понял! Он, блин. Плывён, нахрен. Ой. Где переключатель? Быстрей. Не понял. Тут его нет. О, вовремя я убежал. Да вы сейчас серьезно? А тут есть хоть что-то, что мне может помочь? Ну, за гриб спасибо. Правда, какой нафиг замок Луиджи? Походу, имели в виду Людвига, только перепутали немного. Блин. Я сдох. Класс. Так, слады. Не будем отчаиваться, у нас еще несколько такого. Так, несколько минут. Ага. Не тут-то было. Бля. Так, а тут уже босс был. Так. Тут босс уже был. Так, снова возьму гриб. И быстро. Ну, конечно, я умереть себе все же позволю в некоторых моментах, но нежелательно, блин. Снова просрано гриб. Теперь надо вообще ничего не просирать, а иначе. Ну, вы понимаете, что будет. Нам кобздес. А там, если что, был уже босс. Так, все, до босса дошли. И там кто? Да, там Людвиг. Я так и знал, что там Людвиг будет. Только почему он встретился мне после 2 уровней аж? Реально, он мне аж после 2 уровней встретился. Не, я не собираюсь так оканчивать.
Может мне податься в исследование? Бан. Ни хрена себе! Урон даже мне не прошелся. Воу. Давай, давай. Бан. Все. Людвига обыграл. Людвига обыграл и уничтожил. Правда, какой жору Луиджи. Какой это жору Луиджи? Реально, желтое яйцо спас. А чё за дичь? Не понял. Дни Людвига... Дни Людвига фон Купа, сочинявшего Купа симфонии в замке 4 сочтены. Впереди лежит лес иллюзий. Марио придется напрячь мозги, чтобы узнать тайну этого загадочного леса. Не понял, а это вообще что? Так, ну зато лес иллюзий у нас там. Только, простите меня, что вот это такое? Как мне к этому вообще путь достать? Похоже, в доме с привидениями есть что-то, что мне позволит пересечь это. Но это тщательное секретное место, по ходу дела. Но я хочу узнать, что в этом, что в той стороне находится. Я хочу узнать. Ну как бы хронометраж надо удерживать. Вау. Эх, как обычно. Скучал я по вам. А вот по вам, летящим, я не скучал. Давай, 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 давай. Велика истина, Бу, но не сегодня. Да вы, господи. Напоминаю, чем вы дольше стоите к Бу спиной, тем быстрее они будут к вам лететь. Так что вам капздайн иногда будет. О, плащик. Вот там реально что-то есть. Правда, мне не дают аж к этому... Аж мне не дают это увидеть. В чем дело? И зачем мне эта взлетная полоса? Там все равно Бу летит. Каким боком мне эта полоса сдалась? Я могу оттуда попасть! У-у-у! Быстро, быстро! Сохраняемся! Ой. Блин, не туда. Блин. Давай! Попал я в это место. Стоп. И все, что ли? А где я? Чё? Я уж думал. Не туда или... Не туда я лечу. Так, ладно, походу, но еще не поздно. Интересно, что будет, если я войду в ту самую дверь, которую по задумке не надо было заходить? Ведь это нас приведет как бы к ловушке. Так. Естественно, блин. Это привело меня в Жору. В Жору мира.
Не понял. Тот буш что, корчил рожи? Не понял сейчас. Ты че, мой? Еще бу. Совсем оборзел на малости. Нет. Да нет. А времени-то остается все меньше. Так, она в себе ничего не хранит. Чё за дичь? Я чё, тоже ни хрена не понимаю. Может, там что-то тайное есть? Ведь я вовсе этот уровень пролетел. Точнее, этот момент. Напоминаю, эти шермы трогать не нужно. Они как бы наносят урон, блин. Так, а это кнопка окончания. Я понял. Понял, что мне надо делать. Черт. Так вот, почему мне надо было и мне эти собирать. А кнопка-то одна была. Зато я раскрыл многие секреты. Вот опять я туда зашел. Чё за дичь? Так, собираем мани. Пофигу. Главное выжить. А дальше уже как пойдет. Стоп. Стоп, вспомнил. Там же находилось кое-что. Вот, какая-то труба, только мне к ней, я к ней так и не пробрался. Там еще и какой-то домик. А предположение у меня нависло насчет секретного входа. Но, возможно, это просто ради прикола. Так, ладно, ребята, на этом мы и закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. Пока.